Вали. А вы как тренер, как справляетесь с давлением? По-разному. А потом начало разъедать сам один позвонок. Ребят, спасибо большое, что поделились со мной туфлями. Без рук вот доказательства. Как звать? Отлично, Ладька. Смотрите на Вику. Bad moment for us, you know, after the Brazil, we play very bad in the Brazil, and after this flight, today after, we need to play against this team, and we never find our game, and it's like this. Yeah!
Вот сейчас рискнул Максим, и вы знаете, везет Максиму Михайлову. Видимо, помогли ему болельщики в этом игровом эпизоде. Хотелось реабилитироваться после прошлого поражения Лиги Чемпионов, поэтому сегодня были злые, наверное, в первую очередь на себя, и от этого, наверное, такая агрессивная, хорошая игра. Подача сейчас, наверное, это главный элемент в победе любой команде, поэтому если у тебя не летит подача, нужно находить возможности, чтобы она у тебя полетела. Мы серьезно готовились к этому матчу. Ребята сегодня выполнили на 100%, наверное, все то, о чем мы договаривались, все установки, дисциплина была. Я уверен в этой команде, я уверен в том, что мы на правильном пути, и мы все делаем хорошо. Ну, надо подождать, нужно идти от игры к игре, и я думаю, что эта команда способна добиваться самых высоких целей. Это в третьей партии мы совершили 7 ошибок, наверное, своих минимум. Ну, ненужных, которых не было ни в одной. Неизбежно. Не было в первой двух партии. Нормально, нет, человек. Да. На людях там умного строят. Ну, на да, самом деле. Я всегда говорю, что на бэкстейдж там жесть. Да, я совсем не заметил. Как ложка? Я
заседание побежал. Давай, голова мокрая, мокрая, ты чё? Сейчас надо я стричь, зачем я отсыпаю? Сейчас я высушу. Все, давайте. Спасибо, вообще, вы крутые. Опять передумали что-то новенькое. Да, не страшно. Это не мы придумали, это ты придумал. Девушка, а вас как зовут? Валя. А меня Федя. Ну и дура.